327, участок Магадан-Владивосток, движение в сторону Хабаровска. И такое объявление. Я начал размещать видео на Яндекс.Дзене, но это как дублер. Там будут потихоньку размещать видео звуковой камерой, ну и в случае чего продолжу размещать видео фронтальной камеры. Ссылка на этот ресурс в описании.
пройдено 293 километра. Время в пути 4.36. Это чистое время с момента заправки. Вот так вот. Средняя скорость 64 километра в час. Расход бензина 4,6 литра на 100 километров. Фотографировал.